так у нас разгар сентября, и весь сентябрь плюс 30 градусов обещают, и вот уже первые две недели плюс 30 все время, отличная погода, и даже вечера потеплели относительно августа. А в августе вечера были такими, что уже просто-напросто отдавало осенью. У меня очень многие люди, собирающиеся приезжать зимой, спрашивают, какая погода в ноябре, какая в декабре, какая в январе. Ребята, я понятия не имею, какая будет погода. Все настолько перестроилось, это лето было чрезвычайно холодным, а вот как бы осень пришла, уже листья начинают опадать, и в итоге жара стоит. Поэтому запросто зима может быть как супер холодной, так супер теплой. Совершенно невозможно это предсказать, поэтому даже не буду пытаться, если честно. Просто ближе к своей поездке смотрите, проверяйте погоду и ориентируйтесь, потому что последние годы меняется, особенно последние года три, климат настолько, что уже даже нету никакой закономерности в этом. Thank you.
мы сегодня с вами снова гуляем по Праге 8, по Карлину. Нашла я в интернете, наткнулась на очень красивую площадь, и вот мы сейчас на нее идем. И заодно любуемся. Раньше мы здесь очень редко бывали, теперь, как перебрались ближе к центру, стараемся больше изучать вообще центр, больше гулять. Раньше я больше показывала окраины, ну, нет, окраины, я окраины я не показывала, я жила в широком центре, поэтому показывала часто очень широкий центр и винограды. Сейчас я показываю винограды и центр в основном, ну и стараюсь, если куда-то мы залетим в Прагу 7, Прагу 6, то стараюсь показывать. Вот так. Станция метро Кщичикова. Я уже рассказывала, что по сути это основная станция метро, через которую можно попасть на Карлин. Он не очень большой. И здесь очень круто стало за последние 10 лет. Раньше здесь было весьма заброшено. Здесь инвестировали денежки, сделали такой очень привлекательный район. И стало здесь круто, очень развито и оживленно. Такая площадюшечка, несмотря на то, что вроде как очень оживленная, да, большой узел транспортный, из-за того, что станция метро единственная, по сути, которая ведет к этому району, здесь находится очень здесь как-то тихо и уютно. Вот сколько раз я здесь бываю на этой площадюшке, столько я вижу, что здесь очень как-то тихо и приятно. А там тоже находится очень интересный район, я его, наверное, не то что район, часть этого района, я его показывала, наверное, только единожды. Надо будет, ну, в одной из прогулок я туда схожу и покажу. Там целая набережная абсолютных новых зданий, то есть одни новостройки, одна из них жилая, все остальные бизнес-центры всевозможные. Каждая из них совершенно разного дизайна, и каждая названа в честь знаменитой реки. То есть там реки со всего мира, каждое здание носит название рек. Очень классно, неповторимо для Праги, такой старинной, тем более в таком старинном, красивом историческом районе, находится такой вот новый, роскошный совершенно, ну, район, не район, но улица. Вот там торчат частично эти здания. Это как раз вот рядышком здесь находится, но они простираются на большую территорию, может быть, зданий 10, я не могу точно сейчас вспомнить, сколько их там, но зданий 10 огромных таких, которые одно здание занимает целый блок. Вот так. Ну, кто-то живет так. Я бы не чувствовала себя комфортно так низенько. Ну, серьезно, для такого оживленного места здесь очень тихо. Жара, у всех окошки открыты. Ребята, если правильно мне все сказали, вот это школа. Если это школа, я хочу в эту школу, я хочу учиться в школе. Пришли мы на эту площадь. И здесь потрясающе красиво. Сейчас постараюсь немножко круговую панораму сделать. Здесь потрясающе. Это где-то минут 15 пешком от станции метро Флоренс. Там, где автобусный вокзал находится, пражский. И это 4 остановки автобусом. Извиняюсь, трамваем. Автобусы здесь, кажется, не ходят. Здание
просто шедевр, не иначе. Очень приятная атмосфера. И только что мы зашли в супермаркет. Очень хороший супермаркет здесь. Все свежее, все красивое. Итак, все-таки мне сказали правду. И это роскошное здание, начальная школа. Поскольку я сказала, что я хочу в такую школу идти, то вот я иду. Это с 1 по 4 класс. Самое время. Эта площадь — это такой детский парк. Даже мы видели, что родители приезжают сюда, просто детей выгружают, хотя здесь абсолютно нет никакой детской площадки, но почему-то безумно популярное место для детей. И они играют там прямо, бегают. Ага. Дом продается практически, да? По квартире дом продается. Ну. О, 4 первых класса, смотри. Да, школа просто запредельно офигенная.